За моей спиной здание Верховного Суда Российской Федерации, который сегодня, 26 декабря 2011 года, принял принципиально важное решение. Это решение, которое ликвидирует наглую монополию Центра избиркома на право, кому можно баллотироваться, кому нельзя баллотироваться. На самом деле сегодня Центр избирком перестал быть той бесперебойной шестеренкой, которая выполняет волю вышестоящих, безнаказанно выполняет волю вышестоящих. То решение, которое принял сегодня Верховный суд, отказав Центру избиркому в их настоятельной просьбе удовлетворить иск против Миронова, подтвердить их правоту в отказе зарегистрировать группу избирателей Миронова по выдвижению в президенты Российской Федерации, это пусть будет маленький, пусть будет первый, но это наконец кирпичик торжества закона над чиновниками. Сегодня Верховный суд своим решением дает нам возможность, дает нам шанс избрать в президента Российской Федерации действительно русского человека, действительно человека, который идет защищать интересы своего народа, человека, который практикой работы министром подтвердил, что он не коррупционер и не подвержен этой заразе, что у него есть воля отстаивать народный интерес. Но теперь все зависит от вас, дорогие мои избиратели. Для чего нужно было снимать меня таким наглым образом с президентской гонки? По одной простой причине. Им нужно выиграть время, чтобы мы не могли за оставшиеся дни, даже не недели, до 18 января, собрать 2 миллиона подписей. Но вот я всякий раз задаюсь вопросом. У нас официально 80 миллионов бедных, от крайне нищих до бедных, 80%. Неужели это 80%? 2 миллиона из этих 80% не хотят жить нормально, по-человечески, улучшить свою жизнь, снести эту народоненавистническую власть. Так давайте вот мы им добьем Центр избиркома. И тех, кто стоит за Центр избиркома, они сделали все для того, чтобы не дать нам избраться. Давайте сделаем все для того, чтобы нам избраться. Мне нужно 2 миллиона подписей. Ваших подписей. Я прошу вас об этой поддержке. Это не в моих интересах. Не в моих личных это интересах, это в ваших интересах. Мы здесь, в этих судах, в стенах Центра избиркома, бьемся за ваше будущее, за будущее ваших детей. Так неужели сегодня, когда появился, пусть маленький, но шанс одолеть это сопротивление, неужели мы дрогнем? Неужели мы из 80% голодающих не наберем 2 миллиона людей, которые хотят видеть действительно своего представителя во власти? Давайте соберем эти 2 миллиона, и пусть они до конца утрутся.